Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 1 декабря. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Зимой шум пролетающего самолета слышен громче и резче обычного, к потеплению. У горящей лучины конец чернеет. Ожидай тепло. Грачи появились в стаях галок. К теплой зиме! А какая же погода ждет нас завтра, 1 декабря? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Зимний Барок Печорского района Псковской области температура остановится на отметке минус 6. Вот и наступил первый зимний день. А там и до Нового года недалече. В деревне Зимник Сафоновского района Смоленской области уличный термометр остановится на отметке минус 5. День пройдет без осадков. В деревне Зимницы Малые Палехского района Ивановской области минус 5 градусов. Осадки тоже останутся неизменными. Опять снег. В деревне Зимнячка Санчурского района Кировской области минус 9. За окном и дождь, и снег, как обещают синоптики. Солнышко тоже выглянет. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь. Как заповедал нам Господь, да хранит вас Бог.